Всем доброе утро, друзья. Мы в Ноябрьске, и с утра я, как обычно, пошел проверять масло. Интересно то, что у меня не было антифриза, блядь. Вот. Залетел туда 3 литра, и появилась какая-то пенка. Непонятно, что за пенка. Ее не было, был чистый красный антифриз. Появилась какая-то пеночка, блин. Непонятная даже, да, она не видно, блин. Вон, пеночка какая-то. Не знаю, откуда это и что. Второй момент. Я стал проверять масло. Уровень, да? Уровень получается у меня... Так, ну сейчас... Протрем, если протрем. Да? Вот видно. Да, фул, да? Ну, грубо говоря. Ну, вот такое вот масло, не пойму, вот то ли оно внутрь пошло, блин. Я что сделал? Я запустил мотор, залил антифриз. То есть, как бы, прогрел его, вот, до 60 градусов. Прогрел до 60 градусов, заглушил, и вот прошло минут, наверное, 30, бля. Минут 30 прошло, вот, 3 литра куда-то ушло, что-то не пойму. Под низом вот эта вот небольшая льдиночка появилась, блядь. Короче, бля, какой-то кирдык нарисовывается непонятный, блядь. Вот. И вот странно то, что здесь вот мокро все стало, блядь. Вот в этой части. Я просто вот, правда, не знаю, где тут какие заглушки, бля, идут. Ну вот. А вот капелька какая-то, кстати. И чуть такое появилось. Масло, бля. Ну не сладкое, ничего, блядь. А, вот через эту пластмассовую получается, блядь. Через эту пластмассовую, блядь, капает, нахуй. Короче. Я думаю, сейчас что, я на страх и риск, наверное, поеду. Вот. До Сургута, потому что здесь ловить как бы вообще, я думаю, нечего, да? Солярка-то вроде бы у меня есть. Вот, вот такая беда. А где тут эти чё заглушки, блядь? Хер его знает. Странно, вот это с этой пластиковой, значит, вот ее еще менять надо. Бля, ну почему крышку, кстати, крышку. Видите, немножко есть, да, белизна? Но, блин, что интересно, была ли она? Чё-то вот я, когда смотрел, не обратил внимания на это, блядь. Фиг его знает, но там ничего белого нету вроде бы, блин. А может и есть, блядь, не видно, короче. Но здесь не вариант что-то делать в любом случае, блин. Не знаю, вроде позвонил ребятам, блядь, в Сургут. Вот, машина подостыла, то есть как бы это... Нифига себе, я трубу тут загнул, блин. Ё-моё, блин. А где это я так, нахуй? Ну, вроде бы и дыма-то нету белого, да? Вроде бы и не троит. Мотор-то, блядь.
Если даже, я думаю, может, прокладка, да? Короче, такая вот суть. Сейчас я что думаю? Так. А что я думаю? Я ничего не думаю. Бля, вообще жопа полная. Башка не соображает в том плане то, что... Ну а что, я сейчас на Сургут поеду? В принципе, там... Там-то хотя бы запчасти есть, бля. Так, а пацаны-то здесь... Даже не знаю, бля, как и чё, бля. Бля, в сторону дома пиликать пустым, бля. До Сургута добежать, посмотреть изменения какие, чё будут. Вот. Я так думаю, да? Блин, ну здесь нет никого у меня. Блин, Серега едет с Новоуренгой, но он сейчас приедет только через часа 4. Ну, у него, наверное, здесь выгрузка, наверное. Андрюха с Мурманск, с этой с Мурманской, говорю, с Сургута уехал, блин. Ну ладно, там в Сургуте-то есть, ребят, я позвонил, но как бы это... Тоже они как бы говорят, что здесь это... Вроде бы как бы ничего нет, ну не знаю. Утверждать не буду, не звонил, ничего не писал никому. Сейчас нагреется, посмотрим. Че, поеду потихоньку на Сургут. Че, куда деваться, ма? Не спеша давить не буду на тапку, бля. Да я и не давлю, в принципе, на тапку-то, на. Всю дорогу ехал 75-80, блядь. Еще момент, вот я думаю, может, какая-нибудь пробка, бля, где-то уже, может, подгнила, бля, может, как-то стекает. Но, блин, если там лужа такая небольшая, да, там как бы видно. Бля, антифриз, что, он замерз, что ли, получается, бля? Ну, здесь градусов-то, бля... Днем-то сейчас потепление до десятки, наверное, но ночью было 18. Но у меня эта машина вот так вот на круизе стояла ночь. Я что-то вчера включил в ночь, и это... И все как бы. Она у меня ночь-то проработала. В чем суть? Ночь проработал, сколько там? Ну, часов 6, наверное, да? Ну, возьмем даже. Нет, больше, наверное, часов 7,5-8, наверное, она у меня проработала. С утра я ее заглушил. Через минут 40, наверное, через час я что-то это... Пока тут Атишку мониторил, думаю, это дай-ка перед дорогой посмотрю. И вот такой увидел. 3 литра, блядь, антифриза провалился туда. Бля, куда он мог деться-то, блядь? Я вообще, короче, блядь... Замутнение, блядь. Ай, бля, жесть. Съездил, блядь. Ай, бля, что-то прохладно все равно, бля, чутка, бля. Но нагревается, не быстро нагревается машина. Подогрев включил, все. Нормально, блин. Вот такая, короче, ситуация. Не знаю пока, бля, что делать, бля. Вроде всем звоню, блин, там как бы... Ну, понятно, масло попало бы, теплообменник, там, ладно, там это... Как бы вроде бы, да? Кто-то, говорит, из-за этого и теплообменник может тоже. Типа того, антифриз с маслом. А как же, если антифриз с маслом, то масло бы попало в антифриз, я бы его увидел, бля. Ну, на щуп, если 3 литра я влил, если сейчас влить 3 литра в поддон, блин, уровень должен подняться тоже колоссально. Если мы пятерку заливаем, там почти, блин, я не знаю, сантиметра 3, блядь. Ну, трешку, если поднять, залить туда, на. Бля, короче, что-то у меня вообще не состыковывается, на. Ах, бля, вообще жесть, бля. Ладно, буду выдвигаться потихоньку. Буду потихонечку выдвигаться. Ладненько. Напишите, может, кто что знает. Примерно хотя бы. Может, заглушка есть какая-нибудь сзади мотора, бля. Я вот по заглушкам не знаю где. Как бы ничего не гуглил пока. Потихоньку буду выдвигаться. Давайте. На связи. Всем пока.